Глава Чувашии подписал указ о дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействию физическому развитию детей. В соответствии с ним учеников начальных классов научат плавать. Печальная статистика показывает, что дети именно этого возраста чаще всего гибнут на водоемах. Отвечать за обучение будут органы местного самоуправления. Они же, вне зависимости от организационно-образовательных форм и форм собственности спортобъектов, должны организовать процесс на базе местных плавательных бассейнов. Причем на безвозмездной основе. Сейчас в республике действует 60 бассейнов, в них смогут обучиться более 14 тысяч ребят. Напомню, что эта проблема обсуждалась на рабочей встрече главы Чувашии и первого вице-президента Всероссийской федерации плавания Игоря Горина. Всеобщее обучение по плаванию рассчитано на детей 7-9 лет. Проходить оно будет во время школьных занятий физкультурой. Помимо хорошего самочувствия, системные занятия плаванием в школах помогут выявить и отобрать перспективных детей для большого спорта.